Более 40 тысяч переселенцев в области лишены социальных выплат, так как не смогли доказать свое место проживания по регистрации. О сложившейся ситуации и как можно получить помощь внутренне перемещенным лицам рассказали представители агентства ООН по делам беженцев, а также Запорожского офиса фонда «Право на защиту». Проблема с получением адресной помощи для переселенцев обусловлена юридическим казусом украинского законодательства и бюрократическими издержками системы социальной защиты, говорят эксперты. Минсоцполитики Украины начала кампанию по проверке внутренне перемещенных лиц, в результате которой на 1 марта соцвыплаты, в том числе адресная помощь и пенсия, были приостановлены для 57 тысяч переселенцев в Запорожской области, говорят представители проекта по соцпомощи внутренне перемещенным лицам. Люди должны были подтверждать, что они живут тут. В некоторых случаях надо было привести хозяина квартиры, не каждый на это был согласен. Нужны были справки из больницы или школы. Некоторым действительно не было что предъявить и при первой, и при последующих проверках, хотя люди проживали и проживают на территории области. Кроме того, в законодательстве была коллизия. Управление соцзащиты требовало штамп миграционной службы на справке переселенца, которая по факту на тот момент уже не существовала. Это не позволяло осуществлять выплаты. Для большинства людей, которые пострадали от приостановки этих выплат, лишение их социальных выплат – это более чем критичная ситуация для их семьи, потому что большинство переселенцев, опрошенных нами, сказали, что фактически они живут за счет этих социальных выплат. К 1 июня выплату социальных пособий и пенсии восстановили только для 15 тысяч переселенцев. Остальные 42 тысячи человек уже 5 месяцев находятся фактически на грани выживания. В частности, пенсионеры и инвалиды, говорит Виктория Соломатина. С середины июня юридическую недоработку устранили, но возникла и новая проблема. Решение о возобновлении соцвыплат будут принимать специальные комиссии, которые сейчас только на стадии формирования, и когда начнут свою работу, неизвестно. Согласно мониторингу, проведенному экспертами, в Запорожской области 88% переселенцев ответили, что постоянно проживают на подконтрольной Украине территории. Специалисты готовы помочь внутренне перемещенным лицам в вопросах возобновления соцвыплат по телефонам горячей линии. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 080-030-77-11 и фонда «Право на защиту» 066-307-24-35 и 096-776-96-32.